А он написал, спасибо большое. У меня двое детей. У меня этот, он написал просто, он мой подписчик, давний подписчик. О, thank you, спасибо большое, спасибо. Он давний мой подписчик, и он просто сегодня зашел, не знаю, не с той ноги встал, наверное, не с той, не знаю я, с чего он сегодня встал. И он начал писать гадости, что, мол, типа, я здесь постоянно сижу, что... Я не хочу об этом говорить, я эту тему закрыла. Это как опция, знаете, в приложении закрываешь ее и не пользуешься. Я эту тему здесь не поднимаю. Я занимаюсь детьми, не переживайте. И детьми занимаюсь. У меня дети умные. Алекс, спасибо. Саш, спасибо. Просто он написал гадости. Он причем знает меня. Он очень знает, он очень хорошо знает меня. Все, кто уже давно мой подписчик, они видели мою работу, они видели все. А он взял мне гадости, написал. Я считаю, что это оскорбление. Я не буду говорить, я не буду про эту тему говорить. Даже не вздумайте ее поднимать. Не вздумайте ее поднимать. Я не буду это обсуждать. Я говорю, мы сейчас говорим о человеке, который зашел меня, зная давно, оскорбил меня. Мы сейчас о нем говорим, а не о... Вот. Всем спасибо, кто заходит. Тук-тук, привет еще раз. Че ты по Кате соскучился? Он просто меня оскорбил, и как раз вы зашли, и я злилась. И вы меня же спрашиваете, почему я такая злая. Знаете, как неприятно, когда человек, который тебя знает очень давно, который тебя в ТикТоке поддерживает, не знаю, там, ему кто-то испортил настроение или еще что-то, он зашел и начал писать гадости. Вы прикиньте, ваша мать подойдет к вам, или ваш друг подойдет, скажет, что вы долбоеб. Кто тебе? А я его заблокировала уже. Я его заблокировала. Причем еще это был мой подписчик очень давно со мной. Очень давно. Очень давно. Нет, я его просто заблокировала. Заблокировала, заблокировала его. Так что нормально все. Я вообще-то хотела ему пару ласковых сказать, но я не стала. Потому что человеку не докажешь, у него плохое настроение, что я... Поэтому он просто не с той ноги встал. Ничего страшного. Добрый, добрый. Огромная кружка. Джек, это пол-литровая. А ты знаешь, что ты наливаешь чай? А ты знаешь, что наливаешь чай, получается, и зато не надо тебе ходить за вторым. Ты просто этот холодный чай допиваешь в течение часа. Нормально. Я сейчас просто налью маленькую кружку, попью чай, потом еще захочу. А так он у меня стоит, я его пью потихоньку. Вот так вот. Угу. Нет, Саш, я каплей пользуюсь 2 года. Я на каплях сижу 2 года. Так что делать? Не облизывай губы. Я облизываю губы. А я что, губы облизываю? Я уже не вижу, это моя привычка. Это моя привычка. Тук-тук, это моя привычка. Я не могу ничего с этим сделать. Я на улице даже когда хожу.
Я из города Павлодар, это Казахстан. Я не могу, это привычка моя. Я еще губы проветриваю из-за того, что проветриваю. Я на улице, если иду по телефону, разговариваю, у меня привычка. А ближайший аэропорт какой у вас? Так, какой аэропорт у нас ближайший? Ну, у нас здесь, ну, далековато, но я не знаю. Это надо, Алекс, это надо Сашу спросить, я не знаю, честно. Кто из Павлодара? Напишите. Я просто никогда никуда не летала, поэтому я не знаю даже, где этот аэропорт находится. Вот, потом цепляться будут. Я? Что я? Спасибо за розочку. Цепляться будут? Ой, с Павлодара? Ты с Павлодара? Я просто, я не знаю, я никуда никогда не летала. Я из дома, ребята, не выхожу. Я утром на работе, вечером в ТикТоке. Я... Что-то все виснет. Серьезно? Ё-моё, три вопроса, один и тот же. Поэтому я... Я даже по клубам никаким не хожу. И нет, зависает. Скорее всего, у тебя зависает интернет. У меня ничего не виснет. У меня бы показало бы, если виснул. Если бы виснул. Не, у меня ничего не виснет. Нет, не виснет. Вот, не виснет. Я говорю, у меня этот. Так ты из Павлодара, так ты напиши, где у нас тут рядом этот есть. Это этот. Вот, а, нет, вру, я хожу. Я хожу, я с детьми хожу на батуты. У меня дети любят на батуты прыгать, я вот с ними хожу, точно. Не по клубам, а в этот... прыгать на батутах. У меня сына такое сальто показывает. Ужас. У меня, правда, он говорит, мама, смотри, а я за сердце хватаюсь. Это... Нет, Казахстан. Казахстан. У меня сына любит сальто делать. Боже, как надоело. Что надоело? Не пропускаю твои сообщения? Ох уж этот ТикТок. А можно я тебя буду называть Кристи? Можешь, с тобой нормально общаться невозможно, потому что ТикТок сообщения не пропускает. Знаешь, самое что интересно? Вот этот зашел, который... его зовут Ариф. Он меня когда оскорбил, все его сообщения прошли. Все его сообщения прошли, понимаешь? Он написал гадости, все сообщения прошли. Я пишу 10 разных вещей, причем интересные. Да ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Он зашел, написал, что я там... Все сообщения прошли его. Ни одно сообщение не пропустил. Ну как... То есть все сообщения его пропустила. А ты хочешь написать нормальные сообщения, они тебя не пропускают. Ну почему вот так вот несправедливо? Почему, когда пишут гадости, пропускают? Сейчас, подождите, я тут приветствую, приветствую. Да, блин. Заблокировать все. Подтверждаю. Одного заблокировала. Все.